Welcome to Paris, 47. I've been unable to gain any information about the whereabouts of the target. However, there are reports of sudden mobile phone outages on the upper floors of the palace. Good hunting. Hey, всем привет, с вами Шмыга, вы на канале Шмыги, мы сегодня играем в Hitman 2018, и это новая неуловимая цель, но как я понял, это не новая, но неуловимая цель, это новая вот в этой игре, а она была вообще в первом Hitman, но неважно. Сразу оговорюсь, что я здесь не получил бесшумного убийцу, потому что здесь неадекватные охранники и все остальное, и... Ну, это... Ой, меня очень сильно бесило. То есть это они могут заметить, как вы здесь пролезаете. Вот этот охранник может здесь вас заметить. То есть это такое, ну, такое себе. Но в целом, это прохождение просто на изи. И если вам, то есть, подфартит с охранниками, если они не будут тупить, то вы пройдете прям вот так же и получите бесшумного убийцу вообще без проблем. Задача какая? Задача проникнуть на чердак. И, собственно говоря, на чердаке хакер этот и находится. Собственно говоря, наша неуловимая цель. Вот. Поэтому такие дела. What the? Scan your evolutionary algorithm into the CPU. Weird. Hey, go check that out. Yeah, all like right. That. Let's take five. То есть, как я и говорил, то есть не всегда компьютер нормально себя ведет, и если вам повезет, то хакер, он отвернется и будет себе спокойно ну, на компьютеры смотреть. Но, видите, мне не повезло, и ну, вот такое произошло. В этом ничего страшного я не вижу. Просто мне надоело опять вырубать интернет и заново проходить миссию и так далее. На всякий случай вырубаем камеры все, которые есть. И, собственно говоря, уходим с миссии. В этом нет ничего сложного. Но на самом деле нет, есть. Потому что иногда вот эти вот охранники, они тоже себя ведут очень нестабильно. Это прям, я говорю, это миссия про нестабильное поведение охранников прям стопудово. Собственно говоря, уходим с миссии, и если вас не заметил хакер, вы получаете бесшумного убийцу. Я, к сожалению, не получил. И, собственно, вот. Всем спасибо за просмотр, за лайки, за...
кто-то, если хочет, то подписывайтесь. Кто не хочет, то не подписывайтесь. С вами был Шмыга. Всем счастливо. До новых неуловимых целей. У-ху!